Экзаменационные испытания проходили на базе 7 пунктов проведения ЕГЭ. На всей территории нашей страны время начала экзаменов одно и то же – 10 часов. Но уже в 9 выпускники собираются во дворах не своих родных школ, а пунктов проведения ЕГЭ, чтобы организованно пройти процедуру строгого входного контроля в части термометрии и обработки рук. В аудиторию, где по новым требованиям могут одновременно находиться не более 8 человек, ученик берет с собой только паспорт, черную гелевую ручку, воду и шоколадку. Продолжительность ЕГЭ по обществознанию – 3,5 часа. Результаты по этому экзамену выпускники узнают 22 июня. А в ближайшее время придут результаты по химии, литературе и географии.